загадку, а вы ее попробуйте отгадать, хорошо? Это очень старый сад. Звери в клетках там сидят. Его парком называют. Люди в парке отдыхают. Там укрытия, вольеры. За забором ходят звери. Как мы этот парк зовем? И смотреть туда зверей идем. Зоопарк! Умнички, зоопарк. Молодцы, ребята, а вы в московском зоопарке были? Я была. А хотите сейчас отправиться в зоопарк московский? Да. На каком транспорте мы туда поедем? На автобусе. Ну давайте на автобусе. Вставайте все друг за другом. Я буду водителем, договорились? Да. Держимся все за плечики друг друга. Не отпускайтесь ни в коем случае, да? Чтобы наш автобус с вами не сломался. И поехали. Есть хороший, добрый дом. Поселились звери в нем. Волки, зебры и мартышки. И большие, и малышки. Чистят перышки и лапки. Все здесь славно, все в порядке. Всем здесь весело живется. Зоопарком дом зовется. В зоопарке жизнь кипит. Кто-то роет, кто-то спит. Ходят, плавают, летают. А за ними наблюдают. Вот мы с вами пришли, ребята, в зоопарк. Да, подойдите так, чтобы всем видно было. Пришли мы с вами, ребята, в зоопарк. Все увидели зоопарк? Да, я не увидела, мне не видно. С другой стороны, Зарь, подойди, пожалуйста. Чтобы всем видно было, с другой стороны подойдите, пожалуйста, в зоопарк нашим. Лешенька, скорее подойди. Зоопарк славный. Пока мы ехали в зоопарк, что-то произошло, случилась беда, ребята. Налетел сильный ураган, сильный ветер и сломал все вольеры и клетки. Давайте я вам загадаю загадки. Ребята, на меня глазки все теперь смотрят. Давайте я вам сейчас загадаю загадки. Каких же зверей настала такая беда? Послушаем загадки? Да. Африканский длинношей ходит гордо, словно граф. Называется? Жираф. Жираф, правильно, умнички. Грозный рык раздался вдруг, распугал всех птиц вокруг. Ходит в клетке озверев, царь зверей, могучий лев. Лев, умнички. Белый ворон, черный фраг. Кто забрел в наш зоопарк? Это житель южных льдин. Называется? Пингвин. Умнички. А вот лентяй с зеленой кожей. Он всегда гуляет лежа. Обитает в речке Нил. Злой зубастый крокодил. По лужайке целый час бегает игриво. Полосатенький матрас с хвостиком и гривой. Зебра! Зебра, конечно, ребят, умнички. Как матрас? Да, как матрасик такой. Он трубит, но не трубач. Всеми признанный силач. Стоя спит под пальмой он. Догадались? Это? Слон! Умнички мои. Вот теперь мы с вами знаем, кого же мы будем с вами спасать, да? А теперь, ребятки, я вам предлагаю, пожалуйста, разбиться на парочки. Девочка, мальчик, и стать сзади столов. Я была. У меня здесь такой прекрасный сюрприз для вас. С разноцветными открыточками. Давайте я вот предлагаю вам так сделать. Пусть мальчики наши девочкам уступят. Значит, девочки сейчас будут подходить ко мне и выбирать любой листочек, какой цвет им подойдет, какой понравится. Договорились? Вот какой вы листочек выберете цвета, вот такой, за такой стол вы и встаете. Хорошо, с вами напарником? Ну, давайте сначала, вот, Наташа, выходи, пожалуйста. Открывай. Нет, прям листочек вверх поднимай. Бери его. Так, кого ты выбрала? Кто у тебя? Покажи всем ребятам. Кто это, ребята? Слон! Слон, бери скорее карточку. Вот, вы как раз за этим стоите, да? Так, держите вашу коробочку, пока не открывайте, договорились? Следующий, давай, да, Шуля, выходи скорее. Так, ну, на всю, может, не знаю, как положить. Ой, так, что у тебя? Смотрите, ребята. Зебру! Зебру нашла. Ну, скорее вставай с вами. Ой, тоже беленький, отлично. Так, зебра.
Так, Анечка, подходишь к тому столу, где карточка твоя. Так, кто у тебя? Жираф, да? Да. Держи скорее тебе коробочку. Так, дальше. Ну, Света, подходи скорее сюда. Выбирай свою карточку с каким цветом. Поднимай смелее. Кто это у вас, ребят? Крокодил. Крокодил, отлично. Ищи домик с таким же цветом. Лешенька, а ты, пожалуйста, возьми коробочку. Маленький Левочка, да? Держи скорее коробочку. С кем ты у нас? Женя, Жень, возьми, пожалуйста, коробочку. Так, и последний. Кто у меня остался, ребятки? Идите скорее, девочка, кто у меня? Давайте скорее забрать. Поднимай свою карточку, что же у тебя вышло? Кто это? Пингвин. Пингвин. Белый медведь. Белый медведь, да? Они живут рядышком, холодные дельфины, да? Поэтому они будут жить рядом, да? Держи, пожалуйста. Так, мужчина где у меня? Выйди скорее сюда. Никит. Так, держи, пожалуйста, коробочку. И давайте немножко с вами поиграем. Вспомним с вами про доброго оленя и про трусливого зайца. Вспомним? Да. Давайте поиграем немножко. Все готовы? Да. У оленя дом большой, он глядит в свое окошко, зайка по лесу бежит, дверь к нему стучит. Тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Заяц, заяц, забегай, лапу мне давай. Тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Заяц, заяц, забегай, лапу мне давай. А теперь мы темп быстрее немножко сделаем, хорошо? Готовы? Да. Ехали. У оленя дом большой, он видит свое окошко. Зайка по лесу бежит, дверь не постучит. Тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Заяц, заяц, забегай, лапу мне давай. Тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Заяц, заяц, забегай, лапу мне давай. Умнички, молодцы. Выиграли немножечко. А теперь можете открывать свои коробочки. В каждой коробочке, ребятки, есть маленькая подсказочка. Аккуратненько открывай. Можете своей задачей. Например, у нас тоже зима.
Вот какой у нас с вами зоопарк получился, ребята. Каждому живому существу. Аристарх, поближе, пожалуйста. И голову могут добрать. Слушай, каждому живому существу, и животному, и человеку, и птичке. Всем нужен домик, правда? Да. Вот мы с вами сегодня сделали очень хорошее дело. Какое мы дело сделали, ребята? Помогли животным. А животным развеяться. Развиваться. Развиваться, молодец. Был маленький зоопарк, а стал большой. Вот такой, например. Да, стал вот такой большой. Крокодилов не было, крокодилы появились. Вот у нас новые животные жирафы появились в зоопарке. Были еще жирафы. Конечно, видите, как здорово. А медведи и пингвины не появились. Посмотрите скорее. Человечек, который в самом начале у нас грустил, да, из-за нашего, то, что зоопарк сломался. Посмотрите, какое. С улыбочкой теперь, веселенький. Нет, не покажу всем сейчас. Ух ты, покажите. Вот, покажу всем сейчас. Все, а улыбается и так. Улыбается. Теперь ему очень приятно ухаживать за таким замечательным зоопарком. Ребят, а кому мы с вами сегодня помогли? Каким животным? Каким животным? Давайте перейдем. Жирафом. Крокодилом. Слоном. Так, крокодилам. Дальше кто у нас? Давайте поучим. Львам. Дальше. Жирафам. Отлично. Зебрам. Зебрам. Рыбам. Рыбкам мы уже их называли, они здесь. Пингвины и белый медведь. Вот сколько мы с вами животных-то много перечислили. Медуза. И еще банан. Еще банан. Мы с вами большие молодцы, ребята, правда? Животные нам говорят спасибо, благодарят нас. А тигров надо, тигры. Где мы с вами, ребятки, еще кроме как в зоопарке сможем... Где мы с вами, кроме как в зоопарке, еще сможем увидеть столько животных? Конечно, это очень хорошо, чтобы животные жили на свободе, правда? Но если все животные будут жить на свободе, мы сами не сможем их увидеть. И рассмотреть, да, как в зоопарке, правда? Да. Вот скажите теперь, пожалуйста, кто из вас не был в зоопарке в московском? Не я. Я не была. Вот я кто не был, Света, обязательно тебе нужно туда съездить. Леша, я там была. Обязательно, договорились. А те, кто были, еще раз съездите, там очень здорово. А я уже ездила.